Это Сергей. Он сотрудник компании «Золотой век» и занимается продажей ювелирных изделий. От директора магазина он узнал о новой системе оценки сотрудников, согласно которой они будут разделены на 4 категории. По условиям проекта каждый сотрудник будет получать баллы, а вся эта информация сразу же будет отображаться на корпоративном портале компании в режиме онлайн. В зависимости от количества этих баллов, один раз в квартал каждый сотрудник сможет переходить из одной категории в другую, таким образом продвигаясь по карьерной лестнице. В случае, если сотрудник некачественно будет выполнять свою работу, он получит меньше баллов, останется в той же категории или вовсе опустится в категорию ниже. Сергей с радостью воспринял такую новость, так как для него это возможность не только зарабатывать больше, но и построить свою успешную карьеру в престижной компании. Спустя всего год плодотворной работы Сергей получил первую, самую высшую категорию и начал зарабатывать в 3 раза больше. Но и это еще не все. Так как заработанные на протяжении года баллы накапливаются, то у Сергея собралась приличная сумма, которую он решил потратить в корпоративном интернет-магазине на путевку за границу. А ты уже придумал, на что потратишь свои баллы? «Золотой век». Построй свою карьеру в компании.